Жемчужины фикха. Испоминание в вопросе о еде и питье, то, что еда в своей основе дозволена, как сказал Аллах Всевышний, «О люди, ешьте из того, что на земле, дозволенным и благе». Кроме того, на что пришел запрет, как мертвечина, или кровь, или свинина, или спиртные напитки и так далее. Также из того, что шариат запретил, употреблять все, в чем есть доказанный вред для здоровья, как сказал Всевышний Аллах, и не убивайте себя. Также еда и питье, содержащие нечистоты. И у Аллаха есть прямые тексты на запрет и скверные нечистоты. И запрещает он вам скверну. Также запрещено употреблять наркотики всех видов, как сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Все опьяняющее является хамром, и все, что является хамром, запрещено. Из распространившихся запретных вещей, которые мусульманин должен избегать, это курение, потому что оно из скверных вещей, и в нем огромный вред, и причина смертельных хронических заболеваний, и во вреде которого единогласны врачи и медэксперты. Также запрещено употреблять тонизирующие или снотворные препараты, кроме как по нужде и по рекомендации врача-специалиста в этой области, потому что в нем есть вред для того, кто употребляет его.